Уважаемые пешеходы, госавтоинспекция муниципального отдела МВД России Кашехабльский напоминает, что переходить дорогу следует в строго установленных местах по пешеходным переходам. Переходите проезжую часть дороги, только убедившись, что переход будет безопасным. В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы. Уважаемый водитель, приближаясь к пешеходному переходу, снизьте скорость. Будьте внимательны и бдительны. Не забывайте, что дорога – это источник повышенной опасности. Берегите себя и своих близких. Добрых дорог вам!